По поручению губернатора Московской области ежегодно в Подмосковье должно благоустраиваться не менее 10% дворовых территорий. В этом году эта цифра 1330. Еще дополнительно 100 дворовых территорий благоустроят после интернет-голосования на сайте Добродела. ТСЖ по улице Побратимов, 15 в Люберцах стала одним из победителей конкурса. Председатель ТСЖ Елена Гурова – активный пользователь социальных сетей. Но в отличие от многих, она проводит время на просторах интернета с пользой для себя и для окружающих. Недавно женщина узнала о проводимом в Подмосковье конкурсе по дополнительному благоустройству 100 дворовых территорий. Для победы в нем требовалось набрать максимальное количество голосов. Поскольку наш двор находится в не очень хорошем состоянии, я этому конкурсу обрадовалась. По электронным адресам отправила около 30 сообщений о том, что начинаем голосовать. В итоге мы набрали 140 голосов, чему обрадовались, видя, что мы первые в Люберецком районе. Местные жители сами заботятся о чистоте придомовой территории. Но предложений, как потратить приз и сделать свой двор лучше, было предостаточно. Проблемы есть всегда. В основном, конечно, люди просили отремонтировать проезжую часть дороги, тротуар. И самое главное, это нашу самую давнюю проблему, это отсутствие ливневой канализации. Трудности с ливневой канализацией действительно стоят здесь на первом месте. После дождей двор превращается в настоящее озеро. И, как говорится, не пройти, не проехать. Ливневая канализация в конце дома того есть, и в конце другого дома тоже есть. А посередине, то есть получается, сток идет к середине. Поэтому мы это увидели прямо при въезде в дом, мы увидели, что это существует такая недоработка. Наконец-то усилием нашего председателя мы подходим к тому, что вопрос будет решен. И это нас очень радует. Счастливый двор уже посетила комиссия из администрации, которая оценила состояние тротуаров, канализации и дорог. Приступить к работе обещали в ближайшее время после составления сметы. Алина Серазидинова, Луиза Егиазарян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.